Ужасный чеснок, эпизод 46. Проклятое отражение. Тени голодных призраков. Глава 1. Пробуждение. В Сингапуре всегда был городом контрастов, где старое и новое сосуществовали в хрупком равновесии. Высотные здания возвышались над традиционными магазинами, а новейшие технологии смешивались с древними обычаями. Но была одна традиция, которую даже самый современный сингапурец не осмелился бы игнорировать. Фестиваль голодных призраков, седьмой месяц китайского лунного календаря. Сколько кто-либо помнил, седьмой месяц был временем осторожности и благоговения. Говорили, что в это время врата ада откроются, позволяя духам бродить по земному царству. Семьи сжигали подношения в виде бумажных денег и еды, чтобы умилостивить своих предков, а улицы наполнялись звуками представлений гитаев, красочных, ярких представлений, призванных развлекать как живых, так и мертвых. Линь Хуэй была практичной женщиной, не верившей в суеверия. Будучи успешным юристом, она всегда полагалась на логику и разум, считая бабьи сказки ерундой. Но когда наступил седьмой месяц, даже она не могла игнорировать атмосферу, охватившую город. Было что-то в воздухе, что казалось другим, более густым, тяжелым, как будто что-то невидимое скрывалось вне поля зрения. Беспокойство Линь Хуэй началось, когда она получила приглашение на семимесячный аукцион в старом, ветхом районе на окраине города. Приглашение пришло от ее друга детства Чэн Вэя, который недавно унаследовал небольшой участок в этом районе. Он настоял на том, чтобы она присутствовала, сказав, что это важная традиция и что ее присутствие необходимо. Несмотря на свои сомнения, Линь Хуэй решила пойти. Она не видела Чжан Вэя много лет и подумала, что это хорошая возможность наверстать упущенное. Но когда она прибыла на место, она не могла избавиться от ощущения, что что-то не так. Район был устрашающе тихим, и лишь несколько тусклых уличных фонарей освещали узкие переулки. Дома были старые и ветхие, окна в них были темными и пустыми. На открытом пространстве была установлена большая палатка с рядами пластиковых стульев перед небольшой сценой. Вокруг слонялось несколько человек, их лица были затенены и неразличимы в тусклом свете. Чжан Вэй приветствовал ее со широкой улыбкой, но в его глазах было что-то странное, что-то такое, от чего Линь Хуэй побежали мурашки по коже. «Я рад, что ты пришел», — сказал он слишком веселым голосом. «Прошло слишком много времени». Линь Хуэй заставил себя улыбнуться. «Да, это так. Как твои дела?» «О, знаете, я занят. Но хватит обо мне. Давайте насладимся аукционом, ладно?» Линь Хуэй кивнула, но не могла избавиться от ощущения, что что-то не так. Аукцион начался, и по мере того, как предметы были представлены, антикварная мебель, старые картины и другие странные безделушки, она почувствовала растущее чувство беспокойства. Люди вокруг нее, казалось, были неестественно сосредоточены на предметах, их глаза сверкали странной интенсивностью. Пока аукцион продолжался, внимание Линь Хуэя привлекло большое богато украшенное зеркало, которое вынесли на сцену. Рама была сделана из темного дерева и украшена замысловатой резьбой с изображением демонов и духов. Поверхность зеркала была мутной, словно скрытой слоем тумана. Говорят, что это зеркало – могущественный артефакт, объявил аукционист тихим и благоговейным голосом. Считается, что это врата в духовный мир, способные раскрыть правду о душе. Линь Хуэй почувствовала, как по ее спине пробежал холодок. Что-то в зеркале заставило ее отвести взгляд, но она не смогла. Ее тянуло к этому, как будто что-то глубоко внутри нее тянуло к этому. Торги за зеркало были жестокими, но в конце концов их выиграл Чэн Вэй. Он повернулся к Линь Хуэй с ухмылкой, от которой у нее пробежала дрожь. «Я должен был это получить», — сказал он тихим голосом. «Это ключ ко всему». Линь Хуэй не знала, что он имел в виду, но одно она знала наверняка — ей нужно уйти оттуда. Глава 2. Секрет зеркала. Линь Хуэй покинула аукцион так быстро, как только могла, ее сердце колотилось в груди. Она не знала почему, но ей казалось, что за ней наблюдают, как будто что-то преследовало ее с аукциона, что-то не совсем человеческое. Придя домой, она заперла за собой дверь и прислонилась к ней, пытаясь отдышаться. Но чувство беспокойства не уходило. Оно задержалось в уголках ее разума, как тень, которая отказывалась быть изгнанной.
Той ночью она не могла заснуть. Каждый раз, закрывая глаза, она видела зеркало, его мутную поверхность, темную замысловатую резьбу. Она ворочалась, но как бы сильно ни старалась, она не могла выбросить этот образ из головы. На следующее утро она решила противостоять Чжэн Вэю. Она позвонила ему, но ответа не последовало. Она пыталась снова и снова, но его телефон сразу перешел на голосовую почту. Разочарованная, она решила пойти к нему на квартиру. Когда она пришла, она обнаружила, что дверь слегка приоткрыта. Холодная дрожь пробежала по ее спине, когда она открыла дверь. «Чжэн Вэй!» – позвала она дрожащим голосом. Ответа не последовало. Она вошла внутрь, ее сердце колотилось. В квартире было темно, шторы задернуты. Воздух был густым и тяжелым, как будто его не тревожили годами. Она прошла в гостиную и обнаружила Чжэн Вэя, сидящего перед зеркалом спиной к ней. Зеркало было прислонено к стене, его поверхность была такой же мутной, как она и помнила. «Чжэн Вэй!» — повторила она, ее голос был едва слышен шепотом. Он не ответил. Он смотрел в зеркало широко раскрытыми и немигающими глазами. Линь Хуэй почувствовал прилив паники. Она бросилась к нему и встряхнула его. «Чжэн Вэй! Брось это!» Но он не двинулся с места. Кожа его была холодной на ощупь, а в лице было что-то странное, что-то неестественное. Она посмотрела в зеркало, и от того, что она увидела, у нее похолодела кровь. Это не было отражение Чжэн Вэя, смотрящее на нее. Это было что-то другое, что-то темное и извращенное, с пустыми глазами и разинутым ртом. Она отшатнулась назад, сердце ее колотилось. Фигура в зеркале, казалось, смеялась, ее рот растянулся в невозможной ухмылке. Она выбежала из квартиры, ее разум кружился. Она не знала, что происходит, но одно знала наверняка, зеркало было проклято. Глава 3. Призраки. Линь Хуэй попыталась оставить этот инцидент позади, но зеркало преследовало ее каждую минуту бодрствования. Она видела это во сне, в отражениях окон и луж, в тенях, таившихся в уголках ее зрения. Она начала замечать странные вещи, происходящие вокруг нее. Предметы двигались сами по себе, огни мерцали, и она слышала шепот глубокой ночью. Она пыталась сказать себе, что все это было в ее голове, но страх грыз ее, становясь сильнее с каждым днем. Однажды ночью она проснулась от чего-то дыхания ей в ухо. Она выпрямилась, сердце ее колотилось, но рядом никого не было. Комната была пуста, но она чувствовала присутствие чего-то темного и злобного, наблюдающего за ней из тени. Она больше не могла этого терпеть. Ей пришлось избавиться от зеркала. Она вернулась в квартиру Чжэн Вэя, решив разрушить ее. Но когда она приехала, то обнаружила, что квартира пуста. Чжэн Вэй исчез, а зеркало пропало. Началась паника. Она обыскала квартиру, но не нашла ни его, ни зеркала. Они словно растворились в воздухе. Она вернулась домой, ее мысли метались. Она не знала, что делать, но знала, что не сможет оставаться в своей квартире. Ей казалось, что за ней наблюдают, как будто что-то скрывается вне поля зрения, ожидая удара. Она собрала сумку и ушла, не зная, куда идет. Ей просто нужно было уйти, спастись от тьмы, которая овладела ее жизнью. Но как бы далеко она ни бежала, ей не удалось избежать проклятия зеркала. Оно преследовало ее, преследуя каждый шаг, его присутствие становилось все сильнее и гнетущее. Она знала, что не сможет бежать вечно. Ей пришлось смириться с этим, что бы это ни было. И вот она вернулась туда, где все началось, в старый район, где состоялся аукцион. Глава 4. Противостояние. Район был таким, каким она его помнила, темным, тихим и наполненным жутким предчувствием. Палатки и сцены уже не было, но воспоминания об аукционе висели в воздухе призрачным эхом. Линь Хуэй направилась к месту, где проводился аукцион, ее сердце колотилось в груди. Она не знала, что ищет, но знала, что ей нужно найти зеркало, чтобы противостоять тому, что преследовало ее. Достигнув поляны, она увидела фигуру, стоящую в тени. Это был Чжэн Вэй. «Чжэн Вэй!» – позвала она дрожащим голосом. Он повернулся к ней лицом, но что-то было не так. Его глаза были пусты, лицо исказило гротескная ухмылка. «Ты опоздал», – сказал он холодным и глухим голосом. «Зеркало забрало меня».
а теперь оно заберет и тебя. Линь Хуэй почувствовала прилив ужаса, но заставила себя стоять на своем. «Нет», — сказала она дрожащим голосом. «Я не позволю этого». Джань Вэй рассмеялся, и этот пугающий звук эхом разнесся по поляне. «У тебя нет выбора. Зеркало — это врата, портал в мир духов. Как только оно овладеет тобой, спасения уже не будет». Линь Хуэй отступила, ее мысли метались. Ей нужно было что-то сделать, что угодно, чтобы остановить проклятие зеркала. Она осмотрелась вокруг в поисках чего-нибудь, что можно было бы использовать. Ее взгляд упал на небольшой храм на краю поляны, наполненный подношениями еды и благовоний. Недолго думая, она схватила одну из ароматических палочек и зажгла ее, держа ее перед собой, как оружие. Дым клубился в воздухе, наполняя поляну густым, резким ароматом. Улыбка Джань Вэя померкла, и он сделал шаг назад. «Останавливаться», – прошипел он. Его голос был полон страха. Но Линь Хуэй не остановился. Она поднесла благовоние поближе, напевая старую молитву, которую бабушка научила ее в детстве. Дым становился гуще, клубясь вокруг нее, словно защитный щит. Джань Вэй вскрикнул, его тело содрогнулось, когда дым окутал его. А потом, так же внезапно, как и началось, все закончилось. Джан Вэй шел, и на поляне снова воцарилась тишина. Линь Хуэй рухнула на землю, ее тело дрожало. Она не знала, что только что произошло, но знала одно наверняка, проклятие зеркала было снято. Но когда она подняла глаза, то увидела нечто, от чего у нее похолодела кровь. Зеркало было там, лежало на земле перед ней. Его поверхность больше не была мутной, а стала чистой, достаточно ясной, чтобы она могла видеть свое отражение. Но на нее смотрело не ее отражение. Это был Чжэн Вэй. Глава 5. Проклятие продолжается. Линь Хуэй побежал. Она не знала, куда идет, но бежала так быстро, как только могла. Образ отражения Чжэн Вэя запечатлелся в ее памяти. Она сняла проклятие, по крайней мере, ей так казалось, но зеркало все еще имело власть над ней. Она вернулась домой, ее мысли были полны страха и растерянности. Зеркало исчезло, но его присутствие осталось, преследуя ее на каждом шагу. Она чувствовала это, как темную тень, нависшую над ней, ожидающую того, чтобы заявить о себе так же, как она забрала Чжэн Вэй. Дни превратились в недели, но страх не покидал. Линь Хуэй стала оболочкой себя прежней, параноидальной и бессонной, преследуемой отражением, которое не принадлежало ей. Однажды ночью она услышала стук в дверь. Она колебалась, сердце ее колотилось. Больше к ней никто не приходил, она изолировала себя от мира, слишком боясь встретиться лицом к лицу с тем, что там было. Стук продолжался, все громче и настойчивее. Собрав остатки смелости, она открыла дверь. Там никого не было. Но на земле, в дверном проеме, лежало зеркало. У Линь Хуэя перехватило дыхание. Ей хотелось кричать, бежать, но она застыла на месте, глядя в вернувшееся к ней зеркало. Медленно, словно влекомая невидимой силой, она подняла его. Поверхность была чистой, отражая ее бледное, дрожащее лицо. Но когда она посмотрела на него, отражение начало меняться. Ее черты исказились, превратившись во что-то темное и гротескное. И затем она увидела это. Джан Вэй улыбался своей кривой ухмылкой, его пустые глаза смотрели на нее. С возвращением, эхом прозвучал в ее голове его голос. Линь Хуэй закричал, роняя зеркало. Он разбился на пол, но отражение осталось, паря среди осколков, словно разбитое привидение. Она отступила, ее разум путался. Проклятие было сильнее, чем когда-либо, и она знала, что выхода нет. Зеркало забрало Джан Вэй и теперь приближалось к ней. Она побежала к святилищу, последнему месту, где она чувствовала хоть какое-то подобие безопасности. Но подойдя к нему, она увидела, что подношения исчезли, а их место занял пепел. Ароматические палочки догорели, оставив в воздухе лишь слабый запах дыма. Она рухнула на землю, рыдая. Сила зеркала была слишком велика, а его проклятие – слишком глубоким. Избежать этого было невозможно. С наступлением ночи тени становились длиннее, а воздух становился холоднее. Линь Хуэй почувствовала, как сгущается тьма, как на нее давят тяжесть проклятия.
Она знала, что ей нужно сделать, но мысль об этом пугала ее. Ей пришлось в последний раз встретиться лицом к лицу с зеркалом, с тьмой внутри него. Она должна уничтожить его, иначе он уничтожит ее. Но в глубине души она знала, что зеркало невозможно уничтожить. Теперь это было частью ее самой, отражением ее души, искаженное и испорченное проклятием. Она вернулась в свою квартиру, разбитое зеркало все еще валялось на полу. Она взяла осколок, поверхность которого отражала ее заплаканное лицо. А потом она увидела это снова, Джан Вэй, улыбающийся той же кривой ухмылкой, «Присоединяйся ко мне», – прошептал его голос. Руки Линь Хуэй дрожали, когда она поднесла осколок ближе к лицу. Отражение становилось все яснее и ярче, пока не стало всем, что она могла видеть. А затем, с последним отчаянным криком, она вонзила осколок себе в грудь. Боль была кратковременной, острой, жгучей агонией, которая растворялась во тьме. Она упала на землю, ее кровь растекалась вокруг нее, смешиваясь с разбитым стеклом. Когда ее зрение затуманилось, она увидела отражение Джан Вэя, его ухмылка сменилась выражением печали. «Добро пожаловать», – прошептал он, его голос был мягким и отстраненным. А потом ничего не было. Эпилог. Наследие зеркала. Линь Хуэй так и не был найден. Ее исчезновение стало одной из многих неразгаданных загадок, преследовавших город, история, о которой шептались в течение 7-го месяца. Но те, кто знал правду, те немногие, кто видел зеркало, знали, что ее судьба была предрешена в тот момент, когда она увидела его. Зеркало так и не нашли, его местонахождение неизвестно. Но истории сохранились, передаваясь из поколения в поколение, как предупреждение тем, кто осмелился бросить вызов тьме. И каждый год, в течение 7-го месяца, жители Сингапура сжигали свои подношения и шептали молитвы, надеясь умилостивить духов, бродивших среди них. Но в глубине души они знали, что проклятие зеркала никогда по-настоящему не будет снято. Теперь это была часть города, скрывающаяся в тени и ожидающая свою следующую жертву. Итак, наследие зеркала продолжалось, темное отражение страхов, обитавших в сердцах живых. Ибо на 7-м месяце грань между живыми и мертвыми стала тонкой, и тени прошлого никогда не могли быть по-настоящему забыты. Конец. Спасибо, что подписались на наш подкаст. Если вам понравилось наше исследование призраков, мифических существ и городских легенд, поделитесь им с друзьями. Не забудьте подписаться, чтобы увидеть больше захватывающих серий. До новых встреч, мои любимые слушатели!